Морковь нанская – один из самых распространенных среднеспелых сортов. 100-110 дней. Корнеплоды цилиндрические, с тупым кончиком, гладенькие, длиной до 16 см, массой до 250 грамм, с оранжево-красной сочной мякотью. Ценное содержанием каротина и необходимых для организма минеральных солей, фосфора, железа, кальция и также витамина. Используется для летнего, осеннего и зимнего потребления. Лёжкость хорошая.